Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, уважаемый белорусский народ! Меня зовут Досмамбетова Лязат. Я из города Шымкента, Республики Казахстан. В поддержку белорусского народа хочу сказать, народ Казахстана с вами. Мы в курсе всех событий, происходящих в Беларуси. О фальсификации выборов диктатором Лукашенко, кровавых расправах над мирным белорусским народом, который вышел на мирный протест, не согласившись с результатами выбора. Народ Беларуси, мы уважаем ваш выбор. Вы имеете право на свободу слова. Вы имеете право на счастливую жизнь, свободный от диктаторского режима страны. Вы могучий и сильный духом народ. Вас не сломить. Вы настоящие борцы. Мы видим, как вы объединяетесь, защищаете друг друга. Видим, как один за другим поддерживают и выходят на протест работники заводов, фабрик, производств. В поддержку выходят медики, учителя, музыканты, работники культуры, священники. Видим, как присоединяются в поддержку народа военные ветераны, офицеры, сотрудники милиции. Хочу выразить им огромную благодарность и уважение. А ОМОНовцам и прислужникам кровавого диктатора Лукашенко, которые стреляют, бьют и калечат мирный народ, хочу предупредить. Уголовные преступления, совершенные против мирных граждан страны, полиции, военнослужащими, выполнявших преступные приказы своих командиров, не имеют срока давности. Это военные преступления с большим уголовным сроком перед правосудием. И вы ответите за каждую жизнь и здоровье белорусского народа. Мы, народ Казахстана, приветствуем заявление Евросоюза, США и всех демократических стран, не признавших выборы в Беларуси свободными и справедливыми. Народ Беларуси, держитесь, победа будет за вами. Диктаторский режим Лукашенко падет, и вы будете жить в свободной демократической стране. Казахский народ солидарен с вами. Живе Беларусь!